Здрасте, здрасте, друзья! А у нас продолжается игрушка Mortal Kombat Complete Edition, или МК9, как ее называют, сокращенно. Предыдущую часть, скажем так, это предыдущая часть десятки, которую мы недавно проходили, или давно проходили. Ну, в общем, короче, десятой части. И мы с вами смотрим сюжетную составляющую. Интересно узнать, что же было перед десятой частью. Я, конечно, понимаю, что вышло немножко странно, но пришлось записывать ее, так как ребятки просили, давай после десятки, давай девятку, хотим посмотреть девятку. В общем, друзья, просили, смотрим. И те, кто ищет, наверное, какую-то, я не знаю, кто ждет, что здесь у нас будет феноменальная игрушка, феноменальные боевки, сразу говорю, закрывайте ролик, потому что я не показываю феноменальную боевку. Я играю как умею, как могу, как получается. Постараюсь показать какие-то приемчики, ну и, конечно, меня больше волнует, интересует составляющая именно сюжетная, потому что сюжет тут у нас закручивается так лихо, что просто уже аж нет сил, хочется все время играть, играть и продолжать. Что мы сейчас с вами делаем? И у нас, друзья, новая глава под названием Саб-Зиро, точнее, Кибер-Саб-Зиро. Давайте. И он у нас дерется с Сектором. Так, иди сюда. Так, давайте посмотрим, что у нас может делать наш Кибер... Чу-чу-чу! Ты что, обалдел? Чё-то такой-то громкий. Так, стоп. Ты что-то разошелся, уважай? Слушайте, а как Сектор разошелся, посмотрите. Так, где мой любимый прием? Как реально, как с банкой колы сражаемся. Ты что, думаешь, что ты умнее меня? У нас тут поезд, люди приедут сейчас, а ты тут со мной сражаешься. Блин, да иди сюда ж ты. Проваливай от меня. Сейчас люди приедут. Поезд есть. Причем, знаете, что самое удивительное? У нас как бы там на улице апокалипсис, а у нас тут как бы метро ездит по расписанию, все. Хопочки. Здрасте. Здрасте, люди. Вы не хотите на нас посмотреть? Вам не интересно, как мы сражаемся? Иди сюда. Есть. О. Молодец. Так, стопочки, раунд ту, так раунд ту, но я хочу посмотреть список движений, что у нас есть интересного. Так, интересно, 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 киберблэш, тра-та-та, хорошо. О, вот это уже интересно. О, ах ты, Сектор, слышь, ты Сектор Приз на барабане. Давай мы тебя просто в эту лужицу какую-то бросим, и все будет отлично. Ты что, офигел? Тихо, товарищ. Отдыхай. Отдыхай давай, я сказала. У тебя бомбануло или это у меня бомбануло? Так, есть? Сделали. Знаете, у него делается точно так же, как десятки с прыжка. То есть, если вы делаете в прыжке, тебе не больно? Здесь тебе было... Есть. Саб-Зиро Винс. Всегда Саб-Зиро Винс. Молодец. Искусственное улучшение не заменит человеческую душу. Я вон, по-моему, вижу этот ниндзя мим Кейдж на заднем плане на плакате. Кто увидел, ставьте лайк, друзья. Ты что, это... А, перепрограммируешь? Я думал, он там потыкал в него. Так, его там точно перепрограммят. Репорт. Университет, стейшн и кладбище. Благодарю, Сектор. А, это его, наверное, этот маршрут, что ли? Это что, собор Парижской Богоматери? Похоже чем-то, знаете, внутри. Ну что? Что же вы, бегите! Наконец-то! Давай, нужно достать этих их на кладбище Святого... Доминика, на ноги, все вы. С какой целью? Мне плевать, серьезно, пока мне платят. Он сказал, на ноги. Давайте, вставайте, поднимайтесь. Что ты... Я помогу вам. Заморозить и разбить. Все, товарищи, убегайте. Мама. Это нехорошо. Бегите все быстрее. Пошли быстрее. Ой-ой-ой. Только не видишь, что я с тремя буду сражаться.
Ты будешь наказан за свое предательство. С двумя? Гора и Кентара, вы что, шутите? Да вы что, шутите? Как я с ними буду... Тихо. Тихо, ребятушки. Мне очень поддержка нужна ваших пальчиков. Пальчики вверх, друзья. Пальчики, лайки. И скрещиваем пальчики. И тогда наш Киберсабзира точно дерет. Вот это, знаете, это реальный эпик. Иди сюда. Оп. Блин, не успела отпрыгнуть. Ты ж ты. У тебя, по-моему, проблемы с желудком. Проблема. И у нас проблемы с блоком. Да. А если я тебе в прыжке... Есть? Ну, хотя бы Кентара вынесем. Хотя Гора нам представляет гораздо большую проблему. Так, ой-ой-ой, друзья, не, у Гора гораздо больше этих самых. Давайте попробуем его добить вот так, раз у нас жизни не так уж много. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Ух. Sub-Zero wins. Молодец. Попытаемся, друзья, попытаемся, но я не могу гарантировать вам, что мы с первого раза вынесем их, этих двоих вот прямо сейчас можем. Оп. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, товарищ, отваливай. Он медленный, но бьет, как последняя сволочь. Кстати, он своей боевкой чем-то... Ой-ой-ой, это мой любимый удар. Он напоминает мне Шаокана, кстати. У него... А вот это было нехорошо. О, ребята. Прыгай. Блин. Блин-блин-блински. Все. Вынесли. Вынес нас, товарищ. Мне же было больно. Мне было реально очень больно. Иди сюда, киса. Киса, кис-кс-кс-кс-кс-кс. Есть. Слушай, у тебя реально проблемы с желудком. Разберись. Есть. Фух. Так, раз влупили. Два влупили. Почему у него не могу понять два удара? То есть, знаете... Блин, тот же Гора? Я ж заблочила, заблочила, друзья. Это же нечестно. Есть. Так, давайте сейчас надо Гора, Гора, Шмора. Нет, это мне было очень больно. Блин, я же... Слушайте, что прыгаешь, что не прыгаешь? Все. Так, ну неужели, неужели мы не сможем? Все. Зафейлили, друзья. Я вам говорю, двойная битва реально очень сложная. Поэтому я предлагаю сейчас просто ее перепройти. Это наша вторая битва всего лишь, друзья. Первую не получилось, на вторую получилось. Все эти клыки и когти. А я все равно победил. Сейчас Кана будет. Ребят, вангую Кана, Кана, Кана. Ну? Нет. Или не угадала? Ермак, только не Ермак. Я не очень хочу с ним сражаться. У нас с ним не складываются отношения. Живы, вроде живы. Но это был Ермак. Спрячьтесь за мной. У меня немножко плохие предчувствия перед этой битвой. Не шагу дальше, демон внешнего мира. Ой, не хочу я с ним драться. Но он у нас сложный противник. Довольно-таки сложный противник. Слушай, ты прыгающая, это самое. Прыгающая мумия. А ну иди сюда. Есть. Надеюсь, тебе было не очень холодно. Смотрите, апперкот, кстати, практически полностью наполовину. Есть, вот видите, у него X-Ray уже. Хопчики. Что, зафейлился, да? Давай, давай, родной. Есть. Иди сюда. Тебе не было больно? Иди сюда. Не-не-не-не-не, тебе нельзя было так делать. Это мне только может так делать. Чуть-чуть, друзья.
чуть-чуть. Его есть. Кибер Саб-Зиро wins. Иди сюда. Подходи. Подходи, не жалей. Бей его поскорей. Знаете, это импровизация на ходу называется. Слушайте, а у нас уже есть X-Ray, да? Есть. Есть у нас X-Ray. И мы на тебе, Ермак, можем его использовать. Пока давай. Не получилось у тебя. Я тебе сейчас наваляю. Есть. Молодец. Молодец, товарищ. Не такой уж ты страшный. Сейчас Кана разморозится, да? Спасибо. Я думал, нам конец. Я должен идти. Мне необходимо проверить кладбище. Мы пошли, но нам нужно вернуться на наше подразделение. Это к лучшему. Удачи, мужик. Она ему не понадобится. Так, слушайте, у нас же, по-моему, Синдал отправили, да? А, у нас сейчас этот нуб. Синдал, по-моему, уже здесь должна быть. Только не говорите, что я буду и с Куанчи сражаться, и с нубом. Чё-то мне это очень не нравится, друзья. Это Саб-Зиро. Я наткнулся на Куанчи, похоже, он произносит заклинание. Рейден, в чем дело? Что вы видели? Один из вихрей душ Шаокана, масштаб которого был невообразим. Все души Царства Земли были захвачены, поглощались Шаоканом и увеличивали его силу. Это и нашел Саб-Зиро? Угу. Независимо от моих стараний, будущее остается в опасности. Как я мог подвести Царство Земли? Не теряйте веру в духов, Рейден. Они направят вас, защищат вас, защитят вас. Саб-Зиро, мы помешаем созданию Вихря Душ. Я скоро там буду. Поспеши, похоже, что заклинание практически завершено. Нас сейчас, скорее всего, спалят. Подождите, ну тут, допустим, 20 человек. Неужели из этого вихря... Кто это? Кто таком предупреждал Кана? Он мой. Ты не достоин имени Саб-Зиро. Кто ты такой, чтобы судить? Я носил эти цвета до тебя. Бихан? Да, Куай Ленг. Это я. Куанчи воскресил меня. Воскресил? Мы с тобой дефективные копии наших прежних личностей. У меня нет дефектов. Куанчи сделал меня совершенным. С какой целью? Служить царству небытия и внешнему миру? У меня свои причины. Но брат, у нас одна кровь, но мы не братья. Значит, не буду сожалеть о твоем поражении. Вот оно, друзья, у нас раскрывается весь сюжет, скажем так. Ого, молодец. Молодец, Саб-Зиро. Даже... Блин, да даже не думай мне вот эти телепорты устраивать, как Куанчи не любил устраивать. Нет. Иди сюда. Надеюсь, тебе это понравится. Иди сюда. Оп. Слушай, ты, теневой монстр. Теневой товарищ. Есть. Оп. И сейчас еще один. Я пока сяду поудобнее. Готово. Слушайте, это, я вот смотрю, если посмотрите на правый верхний угол, там, где нарисован Нуб Сайбот только что был. Ну, можете немножко это самое мотнуть. Такое ощущение было, что у его маски крылышки есть. Это было очень няшно. Иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, товарищ. Не надо мне сейчас эти самые устраивать. X-Ray. И, слушайте, сейчас, походу, нас завалит. Не надо. Не надо, товарищ. Оп. Так, надо сравнять нам счеты моим любимым приемом. Блин. Есть. Ну, тут мы уже зафейлили. Тут, понимаете, у него даже... Он же... Даже если вы в блоке сидите, видите, он все равно наносит какой-то удар. Сиди в блоке, пожалуйста. Есть!
Слушайте, смотрите, там чуть-чуть оставалось. Фух. Ты прав. Мы не братья. Это стул. Друзья, я хочу сесть поудобнее. Так. Не успели, что ли? А если их, ну, убить теоретически? Или кончить сейчас навалять? О, Найт Вулф, уходи, твоя душа в опасности. Судьба царства Земли решена, Найт Вулф. Еще нет, мы сражаемся до конца. Смотрите, у нас уже новая глава и новый персонаж. Я за него еще не играла, и, честно говоря, мне даже стало интересно. Тихо, это я прием не любила ни в мобильной версии. Тихо, 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 тихо. Стоп, давайте посмотрим список движений. Что ты делаешь интересного? Так, окей, хорошо. О, смотрите, какой интересный, хороший прием. Оу, блин, 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 вот опять потратили зря. Ого. В брюх тебе, товарищ. О, тише, тише, кончи, нельзя же так нервничать из-за того, что я тебя наваливаю. Ого. Есть. Night Wolf wins. А ну, слушайте, у него, по-моему, этот самый. У него... Блин, у него, да, не успели. Ого. То есть, знаете, вот реально меня забавляет, что у нас убили Кун Лао, ему свернули шею. Но тут у нас и кости ломают, и головы расшибают. Вот только что Куан-Чи шею свернул, типа, Найт Вульфу. Ничего, жив-жив, здоров. Есть. О, сейчас посмотрим его X-Ray. О, это было больно. Так, иди сюда. Это больно? Слушай, не прыгай мне на спину. Ты же не обезьяна, чтобы мне на спину прыгать. Иди сюда. Есть. Night Wolf wins. Твое время прошло. Ну, опять с ним, что ли? Не хочу с ним опять сражаться, ну. Давай, лупи его. Может, тебя... О! То есть было зеленое облако и стало фиолетовым. Это, наверное, не очень хорошо. А на кончиках обычно не царапинки. Это есть очень нехорошо. Либо... Подождите, он закрыл его, получается? Закрыл этот портал? Да ладно, получилось, походу. Это, наверное, души, точечки. Пиламая. Но как нам узнать? У Рейдена происходит видение возможного будущего, а не самого будущего. Соня права. Мне должны были заменить руки этими штуковинами? Или это произошло из-за вмешательства в поток времени? Уже из этих мыслей у меня голова болит. Это бесполезно. Мы не можем сомневаться в наших решениях. Рейден, что вы предлагаете? Точно, давайте все на Рейдена свалим. Рейден? Да, так лучше. Какова наша следующая цель? Найт Вульф. Готово. Души царства Земли спасены. Сейчас еще одна трещина, да? Да елки. Нет, как этого может не хватать?
Мне нужно поговорить со старшими богами. Нарушение Шаокана должны покарать. Но битва идет здесь, в царстве Земли. Нам не победить без старших богов. Но мастер, Лю Кэн, близко как тень, Найт Вульф. Ты за старшего, пока мы не вернемся. Как пожелаете, Хаока. Это мне все не нравится. Ну что теперь? Не будет пользы, или мы будем просто здесь стоять? Погоди. Лин Куэй, они нас окружили. Вот тебе и постояли. В атаку! Ох ты ж, ё-моё. Я надеюсь, мы с одним будем? Мои скорости и навыки выше твоих. Слушайте, а я что-то не поняла, что это за... Как-то, знаете, я смотрю на фон. У нас же такого фона нет, мы же там с Рейденом разговаривали. Сайрекс, уважаемый, я хочу изучить фон, поэтому можете, пожалуйста, погибнуть побыстрее? Че это за люди там стоят? Иди сюда. Так, друзья, извиняюсь, если вы слышите этот самый джойстик, как и в предыдущих частях, но... Как ты смог мне сделать рентген, если у тебя оставалась одна бубочка? Ну, хотя, знаете, лучше он сейчас сделает, и я его добью просто. Так, ну хорошо. В общем, извиняюсь, если вы слышите звуки геймпада, просто мне реально намного удобнее играть так, чем... Когда геймпад где-то под колени, на коленях лежит, под столом. Просто так я хотя бы вижу, где и что я нажимаю. Есть. Иди сюда. Иди сюда. Че, думал мне прием тут показать? А вот тебе железячка ты желтая. Есть. Слушай, иди сюда, ты че тут от меня убежал? Есть, победили. Готов, товарищ. Скорости навыков мало для победы в этой войне, Сайрекс. А, Джейды тоже, по-моему, Джейд, по-моему, тоже на нашей стороне. Я что-то услышал, ты что? А, ты слаб, Смоук. Теперь ты понимаешь? Мощь везения великого магистра. Ты не сравнишься с силой духов. Так, теперь у нас сектор. Сектор приз на барабане. Мы ж тебе уже наваляли с помощью этого сабзира. Ты, по-моему, офигевший. Давай обнимашки. Есть. Ого. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сектор, аккуратно. Сектор, вы можете пораниться, уважаемые. Спрячьте, пожалуйста, все острые предметы и сдайте их. Есть. Есть. Но это не тот есть, который я хотела. Ага, X-Ray у тебя не получился, придурок? Все, Найт Вулф побеждает. Давай дальше. Знаете, у него вот эти штуки на спине очень похожи на кабаловские. Иди сюда. Есть. Так, слушай, иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Ты что-то разошелся тут, уважаемый. Есть. Блин, блин. Иди сюда. Хоп. Есть. Не, не получился. Есть. Еще одного уделали. Желтый есть, красный есть. Возможно, даже тебя можно спасти. О, Китана, ну ты даешь. Переложили все, да? В чем дело? Мама? Сиэндэл!
Вот с кем мы еще с вами сражались. Она что, ультразвуковая? Подходите, если посмеете. Я закончу то, что не смогли Лин Куэй. У нее и голос, конечно, эпичнейший. За дело! В атаку! Мне же было больно. Ух ты, жесть какая, друзья. Может, она что, их поубивает всех? Да ладно. Джейд убила. Слушайте, я просто сижу, смотрю как кино, я даже не знаю, как это комментировать. Сейчас ли Эпика должен Рейвен появиться? Прошу, я тебе больше не мать. Мама, ты бы не так поступила. Шаокан тебя извратил. Шаокан меня оживил, а ты его предала. Из жалких соображений. Вспомни, Дэнни, мама, свое правление до вторжения Шаокана. Молчать, дитя. Настало время примкнуть к своим друзьям. Не надо, может... Может, не стоит? Уважаемая. Вырубите ее кто-то сзади. Давай. Чудовище. Еще жив? Не имеет значения. Скоро ты присоединишься к своим предкам. Ой, ребят, я помню Синдал. Это будет жопа. Это будет не просто жопа, я сейчас представляю, как будет нам с вами сейчас сложно. Она очень сложная. Я помню, когда мы с Олегом играли, он меня назвал читершей, когда я играл за нее. Потому что перс реально очень мощный. Если вы помните, смотрели сюжетку 10-й части, она там тоже даже появлялась. Так. Так, иди сюда. Может, получится ее хоть с какого-нибудь раза вынести. Нет, не вышло. О, есть! Не вышло, не вышло. Блин. Слушайте, она у нас тупо блочит все удары. Она тупо все... О! Это хорошо. Это есть очень хорошо. Слушай, еще один удар. Ну, допустим, тот же апперкот. Есть! Вот... Прекраснейший удар. У меня даже геймпад завибрировал. Иди сюда. Иди сюда, уважаемая. Есть. Слушай, ты, стойка на руках. Тихо. Слушай, волосы использовать нечестно. Я же их не использую. Так, друзья, ну я не вижу тут другого выхода, кроме как наших любимых приемов. У тебя юбка взлетела. Ты белье носишь хоть, мадам? Давайте обсудим с вами. Уважаемая Синдал, какое вы любите, предпочитаете нижнее белье? Я вас отвлеку, и вы проиграете. Знаете, я себе сейчас напомнила какие-то... А вы верите в Бога? Вот точно так же, как вы носите нижнее белье, уважаемый. Так, ой, ребята, у меня есть X-Ray. Не надо на мне его делать. Иди сюда, родная. Все? Нет, еще не все? Ох, это хорошо. Блин. Не получилось. Но у нас третий уровень. Третий раунд. Может, получится сейчас хотя бы эту засранку вынести. Нам ее в любом случае надо вынести каким-то чудом. Не на видео, так на этом самом мне придется ее выносить. Вы же сами понимаете, это не так легко будет. Сами видите. Воу. Я же хотела накопить на X-Ray.
Так, уважаемая, не надо, пожалуйста, мне так лупить. Я тебя-то сама могу... Так, друзья, Блок наш хороший друг. Иди сюда. Слышь ты, блондинка. Есть! Молодец. А теперь, Синдл, тебя будут судить духи. Ничего смешного. Рейден? Рейден, где же вы? Это и есть нехорошо, друзья. Старшие боги, я вызываю к вам. Царство Земли в опасности. Мы знаем о вашем тяжком положении, Рейден. Тогда вы должны вступиться за Царство Земли. Мы не можем. Но Шаокан, Люкен одолел его дважды, а он по-прежнему... Шаокан не нарушал правил смертельной битвы. Что? Пока мы беседуем, он вторгается в Царство Земли. Само вторжение не является нарушением. Слияние миров запрещено. Несущественное разграничение. Невинные гибнут от рук внешнего мира. Это прискорбно, но турниры смертельной битвы не предназначены для предотвращения определенных исходов. Они способны лишь сохранять равновесие между мирами. Умоляю, вы должны... Мы все сказали. И что нам делать, друзья? Как бороться? Последние двери закрылись. Мы практически в западне. Знаете, какая-то грустная нота. Даже мне стало как-то грустно. А, это Найт Вульф. Я жду... Мы же Синдл победили, подождите. Я уже аж запуталась в джойстике и в наушниках. Победа за мной, шаман. Нет, если я отберу ее у тебя. Во имя старших богов. И кто кого? Мы убили ее? Так. Ну, Люкен. Китана. Люкан, ты был прав. Жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Китана. Рейден же может их оживить теоретически. Да ладно. Они мертвы. Люкан, я... Мы их бросили, и они погибли. У меня тоже болит сердце из-за этих жертв. Их смерть напрасна. Еще одна трещина, да? И что дальше, Рейден? Расскажите мне будущее. Как мы почтим эти жертвы? Я вознесся к небесам. Теперь же должны погрузиться в бездну. Я отправлюсь к Куан-Чи. Вступить в союз с его миром против сил внешнего мира. Куан-Чи же служит. Что, прогнуться перед Куан-Чи? И что он потребует? Какой ценой нам это обойдется? Может ли какая-нибудь цена быть слишком высокой за внешнее... За наше царство, короче, за царство Земли. Я молился, чтобы это не оказалось правдой. Но ты сошел с ума, Рейден. Твои видения, они ничто. Бред сумасшедшего. Господи, друзья. Слушайте, у вас тут какая-то действительно сумасшедший дом происходит. Люкан, прошу. Они живы? Довольно. Я должен помочь раненым. Отправляйтесь в свое безнадежное путешествие. Почему Рейден не может их оживить? Я этого момента не могу понять. Если он у нас бог, он же оживлял, и в десятке мы видели. Да защитят тебя старшие боги. И, друзья, у нас 16 глава Рейден.
Я думаю, что... А, мы пока не можем на паузу перейти. Куанчи! Куанчи! Мы ее будем смотреть в следующей серии. О, какое разочарование видеть тебя здесь. Прибереги свою жалость. Мне нужно встретиться с Куанчи. Скажи мне, я ему передам. Поэтому ты решил не спасать свою семью и клан, чтобы стать прислужником своего хозяина? Не говори со мной о семье, Рейден. Приведи своего господина, Скорпион. Я должен с ним поговорить. Ты будешь говорить только со мной. Так, друзья, говорить мы тоже с ним будем, только с ним, но уже в следующей серии. Ой, насыщенно у нас, знаете, прохождение получается, я уже даже заговариваюсь. Знаете, столько всего в последних двух сериях было. Это просто вот... Я, честно говоря, даже не знаю, какой у нас сейчас будет исход, если у нас половина наших товарищей погибла. Но будем надеяться на лучшее. Я надеюсь, что вам понравились эти ролики, нравится прохождение 9-й части. Не забывайте ставить лайк, и мне будет очень приятно. Ну а пока что хорошего всем дня. Спасибо, что смотрели. Добра, позитива. Всем пока-пока.